Начало недели в администрации района традиционно началось с планерного совещания. Перед обсуждением текущих вопросов глава района выполнил приятную миссию. Заур Хамирза вручил благодарственные письма Государственного совета ХАС Республики Адыгея за многолетний труд и по случаю юбилея начальнику управления архитектуры и градостроительства Нурию Балокову, главному специалисту общего отдела Сусане Бегеретовой, заместителю начальника управления муниципального финансового контроля Ане Черненко. За добросовестную работу по подготовке и проведению выборов на территории Республики Адыгея почетные грамоты Центральной избирательной комиссии региона были награждены Анфиса Пафифова и Анна Черненко. После поздравлений участники совещания начали обсуждение важных аспектов, таких как ремонт школ и детских садов, стратегия развития сельских поселений, а также процесс уборки озимых культур. По последнему вопросу докладчик отметил, что осталось совсем немного времени до завершения жатвы в районе. Уборка зерновых продвигается быстрыми темпами и на высоком уровне. В завершении руководитель администрации района поручил ответственным лицам продолжить работу по каждому из упомянутых вопросов.